Всем привет, дорогие друзья, и я реально набираю Тиму на испытание чемпионата, друзья, чемпионшип. На этом отборе, на этом испытании говорили, что вот-вот победители поедут там куда-то и будут играть за лям долларов, за всякие там доллары призы. Сначала надо пройти там отбор самой там лучшей командой. И еще не совсем понятно, как это будет происходить. Да, я многим своим друзьям уже сказал. Но я сказал, да, потому что я знаю, я увидел этот проверенный историю. Ну, то есть, я знаю именно то, что лям долларов, да, буду давать там на чемпионате. Надо просто, вряд ли пройти отбор, потому что пройти отбор просто 3 поражения, 9 побед сделать, ну, то, что про игроком будешь. Конечно, там будет играть про игроки, и, скорее всего, надо будет, испытание чемпионата, ты вот пройдешь его, возможно, оно опять обновится, там надо будет занимать какие-то места. И какие места ты там займешь, что ты пройдешь отбор. Ну, очень сложно будет пройти, реально. Просто это типа испытание чемпионата. Ну, отбор будет легко, например, пройти, а на чемпионат ты вряд ли попадешь, потому что попасть, там будут лучшие из лучших играть, ну а испытание чемпионата его ты легко пройти. Поэтому. Потому что, ну там просто 9 побед без 3 поражений сделать. Вроде бы без 3, да. Да. Не совсем как бы легко, но легко это возможно сделать, не обязательно какому-то топу, это любому игроку сейчас возможно реально сделать. Вот, поэтому, вот, и это реально возможно сделать любому сейчас игроку пройти просто, но это легко, друзья, вы не думайте, что сран. Ну, как сказать, легко. Это в том плане, что это легко от топов, потому что не всех смогут пройти, не все, но топы-то они, блин, конечно же, будут в это играть. Это понятно, ты больше сделали до топов, которые 100% будут играть, которые 100% пройдут. И многие, и ты вот тут, знаете, все так просто, пройдешь отбор, все, попал на чемпионат. Нет, там надо будет соревноваться, таких испытаний будет куча. Ни одно испытание, таких испытаний будет много, там новые места, скорее всего, завоевывают. Ну, короче, через 2 дня все увидим, вот, на часов в 11 выйдет эта штука. И хочется реально очень хочется посмотреть на это все дело, как это выглядит, а сразу буду ролик записывать. Ну, а сейчас я записываю этот ролик, потому что реально мне нужна команда. Я набираю тему, друзья. В описании этого ролика будет ссылочка на мой ВК, друзья. И переходите по этой ссылке, добавляйте меня в друзья, пишите, то есть я хочу вступить в твою тиму, скидывайте мне свои трофеи. Ну, желательно, чтобы у вас было кубков, я вам так скажу, от 14 тысяч кубков до и более. От 14к, да, вы скажете, блин, а почему там у меня 4к, там у меня 10к, там, плюс, что ты 14к берешь? Вряд ли будут такие. Ну почему? 14 тысяч сейчас легко очень взять. Любой чел, который раньше просидел 7 там, он на изи эти кубки возьмет, если он будет играть вообще в Brawl Stars. Поэтому я думаю, что взять 14к это просто. Сейчас любую отметку взять, даже 20к это просто, да. Ну скажете, задротить. Да, вот. Даже не минус, а можно сказать, вот то, что долго надо играть, и все. А так апнуть всех там, всех персонажей на 600, на по 700, поапать, ну это сейчас вообще говно реально, блин, пацаны. Поэтому 14к плюс скидывайте, вы скажете, 14к плюс, да, я могу лучше поставить на 14500. Но желательно, чтобы у вас скилл был прям. Я не говорю, что у меня прям скилл. Но в этой игре уже за те времена, пока я играл, я уже много чему научился. Поэтому в эту игру, знаю, как играть, и знаю, как играть хорошо. Я себя сейчас не хвалю, и я не чувствую. Нет, не подумайте. Просто я имею в виду то, что я реально хочу, чтобы вы нормально играли, вас не лагал интернет, вы были в хорошей остановке в этот день. Это будет суббота, да, это будет суббота, чтобы у вас все было идеально прям. Потому что если будет лагать интернет, что-то не так, мне же на ролик это все, и сами понимаете то, что реально это все трудно записать.
Тут зачем мне все пишут? Я фанат Ронды, минус 3, Юдит. Угу. Вот, поэтому, как бы, друзья, я собираю команду. Давайте, 14к плюс, и желательно, чтобы... Я понимаю, сейчас могут мне мои друзья написать, но я с друзьями хотел сыграть, но мне что-то они не отвечают. Ну, я не знаю, я с ними не могу, знаете, как сыграть. Я сначала могу с кем-то поиграть, посмотрим. Если не наберутся, то я с друзьями буду. Просто хочется реально с хорошими тиммейтами, очень, которые будут хорошо играть. Я сам 3-на-3 не особо люблю. Но если вот в Брол-Болоке я вот хорошо. В Баунти хорошо. Ну, в гемы, ну да, там надо тактики всякие делать. Посмотрю ММА, все, будем тащить. Просто дело не в том, дело в том, то, что, бля, там могут попасть какие-нибудь топы, там и крайсолы эти ваши, и, наверное, будет трудно. Поэтому, друзья, я не знаю, я набираю команду, в ВК пишите. Вот желательно, от 14к плюс, но желательно, чтобы у вас, ну, вы нормально играли, хорошо играли, даже отлично. Ну, хорошо, короче, играли хорошо, у вас скилл был. У вас никто в субботу 11 числа, где-то в 11 часов где-то это будет, да? Ну, посмотрим еще, когда. Посмотрим еще, короче. Вот, у вас никто не отвлекал. И тогда мы с вами спишемся, приглашу в тиму, там по коду, мы будем играть, короче. Вот, и будем играть, и надеюсь, что это... Что надеюсь? Вот, будем играть, и... Друзья, реально, желательно, чтобы вот, да, нужен 14к плюс, но желательно, чтобы у вас было кубков 1000, так. Ну, желательно это специально, чтобы, ну, не знаю, просто обычно, ну, вот 1017, вот это хорошо, да, вот скажете, какой 17 тысяч, подписчики такие, ну, 17 тысяч это сейчас тоже просто. Ну, просто, когда 17 тысяч уже берешь, это значит, что персонаж прав, а то, в принципе, игрок, ну, тоже хороший. Ну, из 14к, но 14к, знаете, это не всегда показатель, или даже 17к, но не 17к, это уже, ну, хоть какой-то показатель, потому что 17 тысяч, ема там, папа, ну, другие персонажи, кроме каких-то там, на 700, это уже, ну, то есть, какой-то там какой-то приоритет есть. Поэтому от там 14, 15, 16, 17 будет хорошо. Ниже там 13, 12, 11, 10, 9, 8. Нет, все, нет, пацаны. Даже не пытайтесь, без обид просто, но... я хочу зачитать тиму хорошую, а вдруг... Я понимаю, трудно попасться, но и все равно я хочу зачитать чемпионаты по угару. А вдруг какой-нибудь конкурс будет, блядь. Первое место, там, старпоинты получат, дофига гемов там дофига. Не обязательно, блям, долларов там. Сколько, не вряд ли, поэтому... Получится получить, но... Не знаю, вот, поэтому... Друзья, блин, 491 кубок на Мортисе. Ну ты гонишь. Ты гонишь. Мортис сейчас на 500 вернем, да. Мортиса на 500. На 500. Попробуем сейчас топ-1 взять. Поехали. Бой. Поэтому, друзья, набираю сейчас команду. Буду благодарен. Благодарен, если вы... если вы со мной сыграете, не важно, побегаем, нет. Но хочу, чтобы прям, ну, скилловый, да, реально. Вот ниже, вот даже не, даже вот, 13900, ну да, вы скажете, ну, типа, 100, там, или 13900, там, 70 у вас. Но если там у тебя будет, там, 10 кубков, то окей. Просто я это именно для чего хочу, потому что 14к, да, это сейчас любой тоже может взять. Но главное, чтобы вот скиньте мне свои персонажи там. Я понимаю, возможно, вы долго не играли Брауло, вообще не играете на там персонажей. Но скиньте персонажи, которые у вас есть. Вот, и вот, и чё, вот напишите, какие, вот я буду выбирать. Я буду выбирать самых лучших. Вот, вот напишите в комментариях, кто у вас там на каких кубках, на максимальных, вот. Кто у вас там на 600 есть, на 700 кто у вас есть. Не знаю, кто у вас там на 800 есть, на 900, на косаре может быть, на косаре что, на 1250, поэтому, если, очень, если такие прям по 700, по 800, по 900 будут, то бодрячком можно, в принципе, поиграть. Вот, поэтому, просто именно поэтому, потому что я буду по всем характеристикам, вы скидываете то, что, ну, кто у вас персонажей таких хороших, именно... Не просто кто-то на 500 и 400 персонажей. Я понимаю, вы долго не играли, но... Ну да, кстати, напишите вот еще. Трудно просто реально.
Хочется прям вот, взорвать. Нет, подписчики у вас, вы все крутые, но для того, чтобы затащить этот отбор, хочется, чтобы прям хорошие подписчики, считай, как можно сказать, профессиональные, можно даже так сказать. Вот. Ну, в принципе, это хорошо будут играть и все. Ты дура? Да, блядь, дура. Дурашка по имени Наташка! Это не бомбит. Эмс, ПЖ. Эмс. Не-не-не-не-не. Блин! Дорогие друзья, вы издеваетесь? Один трофей до 500. Ну, это сейчас уже все, да, кубок до 500, ладно. Короче, друзья, все, потом автор этого Мортиса сегодня все равно будет не фул. Все, последняя карточка. Друзья, пишите пока. Хочу, чтобы персонажи были топ. Ну, скиньте своих персонажей. Вот, например, вот 20. Вот, например, у меня там 27. Вот уже будет хорошо, уже скилл есть. Вот. И желательно, чтобы прокачка там тоже, пассивки были там, например. Все, друзья, скидывайте прокачку, кубки персонажей. Все, спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. И ждите отбор на чемпионат. И завтра выйдут ролики, да. Ну, сегодня ролик. И сегодня... А, нет, сегодня, наверное, не выйдет ролик. Или выйдет хэдзэ с геймингхедером. Все, друзья, всем пока.